Доброе утро. Это рубрика «Проезд разрешен», и я, Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Пока водители думают, мыть или не мыть свои машины, инспектора ДПС уже останавливают их за грязные нечитаемые номера. О правилах, относящихся к этой ситуации, я сегодня вам и расскажу. Учтите, правила дорожного движения обязывают водителя перед поездкой проверить и в пути обеспечить исправность транспортного средства. В том числе обеспечить читаемость номеров. Номер считается нечитаемым, если с 20 метров не обеспечивается прочтение полностью номера. При этом в дневное время суток нормально должны читаться и передние, и задние номера, а ночью можно только задний. Если вы знаете, что номер может загрязниться в пути, например, потому что на улице слякоть, не пожалейте времени, выйдите из машины. Проверьте состояние номера и протрите, если это необходимо. Конечно, случаются ситуации, когда водитель по объективным причинам не может контролировать обстановку, например, когда на улице дождь, а на дорогах грязь, и водитель просто не имеет возможности каждые 5 метров выскакивать из машины. Но случается, что нарушение совершенно очевидно, например, когда номер грязнее, чем фары, или когда грязь на нем сухая. И в таких случаях инспектор ДПС уже имеет право вас остановить и выписать штраф, или на свое усмотрение попросить протереть номер. Штраф за нечитаемые номера составляет 500 рублей. С вами была рубрика «Проезд разрешен», и я, Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Будьте внимательны на дорогах.